Hello, my little friends. Здравствуйте, мои дорогие друзья. My name is Luba. And I'm with Words on Wheels and Deep Hole Nursing Program. And today, I'm going to surprise you. I'm going to read Russian book with Russian language. Сегодня я прочитаю вам сказку Корнея Ивановича Чуковского. Она называется... Как она называется? Телефон. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. А что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Ну, до пудов это к 5 или 6. Не больше ему не съесть, он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил и со слезами просил: мой милый, хороший, пришли мне калоши, и мне, и жене, и Татоше. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал 2 пары отличных галош? А, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. И ждем не дождемся, когда же ты к ужину вышлешь нам 2 дюжины новых и сладких калош. Калоши! А потом позвонили зайчатки. Нельзя ли прислать перчатки? А потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. А потом позвонил медведь. И как начал реветь. Реветь! Погодите, медведь, не ревите. Объясните, чего вы хотите? А он только му, да му. А к чему? Почему? Не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. А потом позвонили цапли. Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объелись, и у нас животы разболелись. А потом позвонила свинья. Нельзя ли прислать соловья? Мы сегодня вдвоем с соловьем чудесную песню споем. Нет. Соловей не поет для свиней. Позови-ка ты лучше ворону. И снова медведь. О, спасите моржа! Вчера проглотил он морского ежа. Ой, и такая дребедень целый день. Целый день, день-делень, день-делень, день-делень. То тюлень позвонит, то олень. А недавно 2 газели позвонили и запели. Неужели в самом деле все сгорели карусели? Неужели в самом деле все сгорели карусели? Ах, вы умели, вы газели! Не сгорели карусели, и качели уцелели. Вы в газели не галдели! А на будущей неделе прискакали бы и сели на качели-карусели. Но не слушали газели и по-прежнему галдели. Неужели в самом деле все качели погорели? Что за глупые газели? А вчера поутру кенгуру
Нет ли квартира мой до дыра? Я рассердился. Да как, заору? Нет! Это чужая квартира! А где мой до дыр? Не могу вам сказать. Позвоните по номеру 125. Я 3 ночи не спал. Я устал. Мне б заснуть, отдохнуть, но только я лег. Звонок. Кто говорит? Носорог. Что такое? Беда, беда, беда! Бегите скорее сюда! В чем дело? Спасите! Кого? Бегемота! Наш бегемот провалился в болото! Провалился в болото? Да! И не туда, и не сюда! Если вы не придете, он утонет, утонет в болоте. Умрет, пропадет бегемот. Ну ладно, ну бегу, бегу, ну если могу, помогу. Ой, и нелегкая эта работа. Из болота тащить бегемота. Вот такой телефон. The end.